вечер в Украине 20:00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. От стены до тюрьмы. Семерым чиновникам изберут меру пресечения по делу Евровала. Таинственная флешка. СБУ обыскала офисы, квартиры журналистов страны UA. Что нашли? От слесаря до хакера. Кого подозревают в распространении компьютерного вируса Петя А? Очередная атака во Франции. Кто пытался задавить солдат в окрестностях Парижа? Конец польского периода в Укрзалезнице. Что оставил после себя Войцех Балчун? Лицом к стене. Семерых задержанных по делу о расхищении средств проекта «Стена» доставили в столицу для избрания меры пресечения. Их обвиняют в нецелевой растрате госсредств и хищении более 16 миллионов гривен. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий. Обыски у подозреваемых продолжались практически сутки. Сегодня им вручили подозрения. Все подробности расскажет Александр Васильченко. Стена, которая должна защитить границу Украины от вторжения агрессора, и которую уже третий год активно рекламирует экс-премьер-фронтовик Арсений Яценюк, практически отсутствует. Фактически же, часть средств направлена на реконструкцию общежития в Харькове. Более 16 миллионов гривен осели в карманах коррумпированных чиновников, утверждает руководитель САП Назар Холодницкий. Следствие установило, оборонный редут не соответствует заявленным нормам. Частина коштів была використана за нецільовим призначенням, інша частина була взагалі розкрадена. По-простому, щоб розуміли, наприклад, будівництво рокадної дороги шириною 3 метри, для того, щоб техніка могла в дві сторони безперешкодно їздити. Натомість, фактично, дорога була в одному місці 2, в одному метрі 80, в другому 2,20. По подозрению, задержанные уже доставлены в Киев 7 человек. Среди них 3 чиновника госпогранслужбы, столько же директоров фирм-подрядчиков и посредник, который координировал действия. В ближайшие дни число задержанных может увеличиться, заявил Холодницкий. Пока же прокуроры ходатайствуют об избрании меры пресечения 7 подозреваемым. Ми будемо наполягати на триманні під вартою, як закон передбачає, внесенням застави. Наша задача, щоб було забезпечено відшкодування даних збитків. Максимальная сумма заставы на всех – это 16 миллионов гривен. За 2,5 года оборонительный редут готов лишь на 15%. Следствие уже выяснило, что средства, направленные на строительство, отмывают через фиктивные фирмы. Например, детективы НАБУ установили, что в 2015-м госпогранслужба перечислила липовым фирмам 175 миллионов гривен, которые в конечном итоге оказались у компании прокладки «Кит Трейд», созданной в том же году. Мы пытались недавно отыскать эту фирму, но офис у нее виртуальный. Когда-то была здесь такая компания, но они уже давно здесь не находятся на адресе. Ага, а давно это? Ну, еще в 2016 году они съехали. Евровал – стройка века главного фронтовика Арсения Яценюка. По факту – ров, земельная насыпь, смотровые вышки, камера наблюдения, металлическая сетка. Впрочем, незатейливое ограждение казалось недешевой роскошью. Стоимость проекта – 4 миллиарда гривен. В стену уже замуровали 600 миллионов гривен. В начале этого года выделили еще 200, а затем еще 300 миллионов. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности, телеканал «Интер». СБУ снова нагрянула в офис редакции издания «Страна UA». Искали флешку с данными, содержащими гостайну. Кроме этого, силовики ворвались в квартиры нескольких журналистов. Чем все закончилось, узнаем от «Любви куклы». Обыски начались в 9 часов утра. Пятеро сотрудников СБУ нагрянули в главный офис редакции и домой к двум журналистам. Искали якобы флешку, содержащую гостайну, данные которой связаны с Минобороны. Естественно, что мы понятия не имею, что там за флешка и какая там содержится гостайна. Но, тем не менее, у СБУ появился формальный повод для того, чтобы осуществлять следственные действия против нас, кошмарить нас, проводить обыски, отобрать у полиции всю изъятую технику, чтобы там самим порыться. Редакции визит у силовиков не удивились и даже назвали имя заказчика. По мнению издания, это советник министра Авакова Антон Геращенко. Ведь показательную проверку устроили именно в доме журналиста Варвары Квитки. Она постоянно писала статьи о коррупции в МВД и в том числе о Геращенко. Варвара Квитка писала материалы о его новинках, о его новых машинах, о его квартире, о новых судьбоносных инцидентах в его жизни, карьере и вообще. Уделяла ему излишнее внимание.
Испугались независимых СМИ. Так прокомментировали очередной визит силовиков в оппозиционном блоке. Там уверены, таким образом в стране пытаются контролировать свободу слова. А в Нацсоюзе журналистов такое вторжение комментируют просто. СБУшники нарушают права журналистов. Обшуки безпосередньо у журналістів – це, перш за все, це сигнал всім журналістам. Чи можуть прийти до них, чи можуть прийти з обшуками, чи можуть прийти з претензіями. Самі ж силовики на місці событий коментувати свої дії традиційно відмовились. Чекаємо коментарів. Обыски в редакции длились 4 часа. По словам журналистов, никакой флешки с гостайной так и не нашли. Забрали для проверки только личные планшеты и ноутбуки репортеров, в квартирах которых проводили обыски. Это уже второй визит силовиков нынешним летом. Редакция живет как на пороховой бочке в ожидании очередных гостей. Любовь Кукла, Вадим Свиридонов. Подробности. Телеканал Интер. Это не последний обыск за сегодняшний день. НАБУ устроила маски-шоу у адвоката экс-нардепа Николая Мартыненко Игоря Кирезия. По его словам, формальной причиной этого визита стало дело 2013 года. Открыли его в ГПУ, теперь передали в бюро. Речь идет о коммерческих структурах, к которым, как уверяет правозащитник, он отношения не имеет. По его словам, детективы просто пытаются сфабриковать обвинения против его подзащитного. Реальных доказательств не хватает. Перешли к совершенно другому формату. То есть мы пришли в офис адвоката для того, чтобы получить доступ к документам, материалам, которые составляют адвокатскую тайну. Решение, по моему мнению, неправомерное. Мы будем это доказывать в судах украинских. Если не получится, то мы будем вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека. Депутату от Народного фронта Максиму Полякову грозит новое уголовное производство. Детективы НАБУ проверяют его на предмет незаконного обогащения. С таким ходатайством в Соломенский райсуд столицы обратился прокурор САП Максим Кравченко. Он считает, что у Полякова есть активы, законность приобретения которых он доказать не может. В Украине появится мобильная связь стандарта 4G. Сегодня Кабмин утвердил конкурс на получение лицензии для операторов. Проведение тендера наполнит госбюджет и позитивно скажется на развитии экономики, отметил Владимир Гройсман. Какие реформы сегодня обсудили в правительстве и чьи отставки приняли, расскажет Павлина Василенко. Топ-тема сегодняшнего заседания – будущее пенсионной реформы, проект которой был проголосован парламентом в первом чтении. Теперь задача – принять реформу в целом. Треба в вересні місяці поставити в цьому питанні крапку, розв'язати руки уряду. І ми з 1 жовтня спільно з президентом, з парламентом піднімемо пенсії українським громадянам. Причому зробимо пенсійний фонд стабільним. Я буду говорити зі всіма фракціями українського парламенту. Зі всіма. Пенсійна реформа дозволить привести її видатки у відповідність з її доходами, суттєво підвищивши доходи пенсійного фонду. А значить, забезпечить не епізодичне, раз на 5 років чи 10 років, перегляд пенсійного забезпечення, а щорічне зростання, планове зростання пенсій. От реформы пенсионной к реформе Укрзалізниці. Руководитель «Экспат» Войцех Бальчун написал заявление об отставке. Самого поляка на заседании не было. Причиною подання цієї заяви є особисті обставини пана Бальчуна. Ми одразу маємо оголосити новий конкурс на пошук найкращого кандидата на управління цим важливим підприємством. Вместо Бальчуна временным исполняющим обязанности назначили первого зама министра инфраструктуры Евгения Кравцова. Это его второе пришествие. Год назад, до назначения поляка, он уже руководил госкомпанией. В планах развивать международное сообщение, запустить поезд из Рівне и Луцка до Хелма, а к концу года отправить поезда в Вену. В продовж місяця ми матимемо аудиторське заключення від компанії Ernst & Young, котра має поставити будь-які крапки в цьому питанні та показати, які були результати роботи «Укрзалізниці» за перше півріччя. Что скажут аудиторы, это полдела, говорит министр инфраструктуры Амелян, который неоднократно критиковал Бальчуна. Главное, что скажет генпрокуратура, которая возбудила около 90 уголовных дел по результатам работы руководства Укрзалізниці. Я сподіваюсь, что они будут завершены. И это будет добрая пересторога наступному керівництву Укрзалізниці и тимчасовому, и постійному, что треба працювати на державу и робити реформи, не займатися різними речами, які спричиняють збитки країні.
Убытки государства несет и в сфере госзакупок. Владимир Гройсман отметил, что закупочные цены на ряд медпрепаратов завышены в некоторых учреждениях почти вдвое. Разобраться с этим премьер-министр поручил МВД, Минздраву и Министерству экономики, предупредив, что ответственные чиновники будут отвечать за нарушения персонально. Павлина Василенко, Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер. С должности ушла и заместитель ИО министра здравоохранения Оксана Сивак. Об этом она сообщила в Фейсбуке. Замминистра заявила, что покидает пост осознанно. Причину увольнения решила пока не разглашать, лишь обмолвилась о разногласиях и потере доверия к существующей команде. При этом Сивак добавила, что приоритетом ее работы в министерстве всегда была прозрачность. А вот глава Укравтодора получил 900% надбавки к зарплате, об этом сообщают СМИ. Славомиру Новаку выплатили как минимум в январе и феврале этого года троекратную премию. Такую же надбавку за интенсивность, еще за особо важную работу. Об этом говорится в документе Министерства инфраструктуры. Напомню, польский чиновник получил должность осенью минувшего года. Раздавать кресла в Кабмине и в исполнительной власти в целом иностранцам или так называемым парашютистам – это ошибка. Так считают в оппозиционном блоке и отмечают, что засилие легионеров в госструктурах – результат неразумной кадровой политики, поскольку, по мнению оппозиционеров, в Украине хватает и своих специалистов. Практически вот нет ни одного позитивного примера, когда бы иностранцы сделали что-то доброе для страны, и страна почувствовала в том направлении, в котором они возглавляли, какое-то движение вперед. То же самое и с руководителем железных дорог. Назначать руководителей иностранцев в сложное время, не привязанных к стране и, в общем-то, рассматривающих страну как временное место пребывания, это ошибка, и мы категорически против этого. Опасным хакером, который распространял вирус Петя А, оказался никопольский слесарь. Об этом сообщили в киберполиции. Правоохранители уверены, что именно отец двоих детей атаковал тысячи компьютеров, загружая блогерские видео в интернет. Доказательством стал видеоурок с подробным описанием того, как запустить Петю А на своем компьютере. Правда, видеослесарь-блогер разместил данный слот лишь в июле этого года, а первая атака произошла еще в конце июня. Несмотря на это, мужчине уже объявили о подозрении. По словам киберкопов, так называемому хакеру грозит до 3 лет тюрьмы. Министерство обороны не имеет никаких отношений с поставщиком некачественной тушенки. Об этом журналистам заявил представитель министерства Дмитрий Марченко. Он отчитался о том, что некачественную партию консервов, больше похожих на отходы, уже изъяли. При этом полковник подтвердил, что компания-поставщик «Адамант-2000» до сих пор снабжает бойцов на передовой своей продукцией. Договор с ней подписали посредники. По словам Марченко, виной всему несовершенное законодательство, поскольку поставщики продукции сами решают, какие образцы подавать на экспертизу. И некачественный товар они, конечно же, в лабораторию не отдадут. За рішенням міністра оборони виїхала наша група, зробила виїмку, постійно перевіряє поставляємо продукцію, вскриває її. То є постачальник, який заказує у будь-якого постачальника консерв любу продукцію. Тобто Міністерством оборони було заборонено використання даної партії продукції. Це все, що ми можемо зробити згідно чинного законодавства. На Донбассе, особенно на Луганском направлении, активизировались боевики. Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Наши позиции враг обстреливал из минометов, БМП и гранатометов. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Авдеевская промзона встречает скрежетом разбитых ангаров. Незадолго до нашего прибытия одну из украинских позиций опять обстреливали боевики. 5 раз. То с крупным калибром пулемета, да? Стрелкового оружия. По-разному. Но особенно горячо было ночью. Российские наемники плотно обстреливали промку из тяжелых минометов. Это были 120-ті минометы. Это было десь больше 15 спочатку приходів, потім він повторив. Десь до 35 приходів було в 120-х мінометів, я вже не рахую, 82-й, СПГ, ГЕС, крупнокаліберні пулемети. Поки наша зйомочна група працює, бойові дії розгораються вновь. Було так зване хлібне перемир'я. Що з того часу змінилося? Абсолютно почти нічого. Як були обстріли, провокації з їхньої сторони постійно. А що ми от слышали тільки що? Ну, це таке, як вроді ПКМ работа.
утес бывает, сюда работает постоянно. Вслед за одиночным выстрелом со стороны противника начинается активный пулеметный и гранатометный обстрел. Потом боевые действия прекращаются. Ну вот сейчас относительно тихо, но тишина это обманчивая, потому что периодически раздаются одиночные выстрелы, а то и короткие очереди, и уже несколько раз где-то поблизости вот прилетали реактивные гранаты. Но стоит переместиться на другую позицию, вражеские обстрелы возобновляются. Боевики бьют со стороны Донецкой фильтровальной станции. Противник провокує. Навіть сьогодні ви чули, як були, ходили по позиціям, як десь в 11:20 противник відкрив вогонь в зв'язку з тим, що в 12 годину там мали приїхати люди з ОБСЄ, щоб спровокувати відкриття вогню з нашої сторони і знову нас звинуватити, що ми не дотримуємося мінських домовленостей. Но наші воєнні в этот раз не відповідають. К подобним провокаціям бойовиків давно готові. Руслан Сміщук, Євгеній Пахальчук, Ігор Щепіт. Подробности телеканал Интер. В Днепре суд наконец-то избрал меру пресечения одному из участников перестрелки на проспекте Гагарина 24 июля. Давида Побелера обвиняют в незаконном ношении оружия. По этой статье его арестовали на 2 месяца. Впрочем, если за него внесут залог 128 тысяч гривен, Побелер выйдет на свободу. Сегодня же Бабушкинский суд должен был избрать меру пресечения по другой, более тяжкой статье – умышленное убийство, которое не предусматривает залог. Но сделать этого опять не смогли. В очередной раз подозреваемому стало плохо, и его госпитализировали. У підозрюваного є можливість внесення застави, визначеної судом, а крім того, він підозрюється також у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, співучасть у вбивстві 2 осіб на території України. Тому ми будемо просити в суд в рамках даного кримінального провадження обрати також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але без визначення застави. Ми будемо оскаржувати, в першу чергу, це ухвалу суду. Согласно которой был арестован Побеляр Давид Валерьевич. Таможенника-миллионера задержали на Закарпатье. По данным полиции, начальник смены на посту Вилок, это украинско-венгерская граница, брал взятки у предпринимателей. За это пропускал товар без растаможки. Взяли его при получении $400. Во время обысков нашли паспорт гражданина Венгрии и документы, подтверждающие наличие 700 тысяч евро в отечественных и зарубежных банках. Подробности этой истории мы обязательно расскажем завтра. 10 человек пострадали в результате ДТП в Запорожье. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовой микроавтобус. О подробностях этого происшествия узнаем от Сергея Бордюжа. Авария произошла около 10 утра на улице Победы. Это центральная часть города. Один микроавтобус догнал другой. Як нам вдалося з'ясувати, автомобіль Рено здійснював поворот, в нього, в результаті чого в нього врізався автомобіль Volkswagen з пасажирами. От сильного удара грузовой микроавтобус перевернулся на бок, пострадал водитель, его госпитализировали. В больницу также доставили и пассажиров маршрутки. 9 человек из них отправлены домой, обслужены амбулаторно. У них незначительные ушибы и травмы конечностей и головы. Один человек госпитализирован в травматологическое отделение. Общее состояние средней тяжести. 11-летний Андрей – один из пассажиров, которого медики после осмотра отпустили. Мальчик говорит, ехал в гости к бабушке. Я сижу, вроде бы едем как... Ну, как едут все нормальные маршрутчики по этой дороге. И тут я не пойму, а меня относит, я лечу. Ну, вроде мне обошлось все нормально. Вот, царапина. Честно, ну, это был шок. По иронии судьбы, автомобиль, который перевернулся, вез медикаменты именно в ту больницу, где оказали помощь пострадавшим. Правда, какие именно лекарства были в микроавтобусе, провизоры не говорят. Я подписывал неразглашенный. Ну, медикаменты, да? А удар был очень сильный, вы же в машине находитесь. А у меня сильно, серьезно. Кто виновник ДТП, в полиции с выводами пока не спешат. Говорят, будут разбираться. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер.
Причиной сразу четырех ДТП стал пьяный водитель в Киеве. Сначала нарушитель протаранил автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком, затем влетел в еще одну машину. Через несколько кварталов на скорости снес забор. И только после очередного четвертого столкновения припарковал авто на встречной полосе и пустился в бега. Полицейским вместе с прохожими удалось догнать водителя. В его крови после теста обнаружено почти 2,3 промилле алкоголя. Это приблизительно бутылка водки. Как? А ну расскажи мне, где ты работаешь? Где? Еще работаю. Да харе тут у меня притворялся. Дети есть? Есть. Ребенку 7 лет. Украинские гастарбайтеры, пропавшие в Финляндии, нашлись. 20 граждан якобы получили работу, еще 17 решили вернуться домой. Об этом сообщили в посольстве Украины в Финляндии. Переполох с исчезновением украинцев подняли финские СМИ. Они сообщили, что 37 украинцев и трое эстонцев, которые приехали на сезонные работы по сбору ягод, пропали. Якобы им отказали в поселении и вывезли в неизвестном направлении. 20 осіб знайшли інше місце роботи, а 17 вирішили повернутися до України. Я хочу підкреслити, що посол України у Фінляндії Андрій Олефіров особисто підтримує контакт з керівником групи, який запевнив, що всі здорові, а їхні сім'ї в Україні поінформовані про ситуацію. Чикаго против Вашингтона. В США разгорается скандал вокруг городов-убежищ, населенных пунктов, чьи власти отказываются выдавать нелегалов. Почему они саботируют реформу и чем ответит Белый дом? Подробнее расскажет Дмитрий Анопченко. Нам сложно представить, что так может быть, но в Америке у городских властей столько прав, что многие из них решили, не будут выдавать нелегалов миграционной службе страны. И, в принципе, запретили проверять, законно находится человек в Америке или нет, пока он не совершил преступление. Чикаго, Бостон, Филадельфия, Майами – всего 200 населенных пунктов, где городские власти укрывают нелегалов. Их стали называть «города-убежища». Есть и целые штаты, где такие же правила. В штате Мэн чиновники даже не имеют права спросить, где твоя виза. Если социальных льгот не просишь. А в Калифорнии нелегалы могут учиться в колледже, получать водительские права и даже работать адвокатами. Один из таких городов-убежищ, Чикаго, сейчас серьезно конфликтует со столицей. И даже на президента Трампа в суд подали, отстаивая свое право прятать нелегалов. За что сейчас подверглись жесточайшей критике генерального прокурора страны, который заявляет, мол, третий по величине мегаполис Америки сознательно стал рассадником преступности. Джефф Сэшенс обеспокоен, говорит, Чикаго и миграционную систему страны подрывает, и преступников-иностранцев укрывает. В итоге жертвами такого попустительства сами же горожане и становятся. В прошлом году в Чикаго было больше убийств, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вместе взятых. Но кроме критики, у федеральных властей есть единственный способ надавить – финансовый. Тот же генпрокурор говорит, или закон выполняете, или от денег налогоплательщиков отказываетесь. Администрация Трампа сейчас пытается лишить города-убежища всех до последнего цента средств из федерального бюджета. Но те не хотят поступаться принципами. И по примеру Чикаго обратились за помощью к Фемиде. Сдадутся ли непокорные города? Большой вопрос. Ведь многие из них и сами зарабатывают достаточно, чтобы обойтись без денег из Вашингтона. А еще все дело в особенностях американской культуры. В стране, которую создали иммигранты, переплывшие через океан в поисках лучшей жизни, к тем, кто сейчас, рискуя, пробрался в Америку, многие относятся с пониманием и симпатией. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, американское бюро телеканала «Интер». Шестеро военных пострадали в результате умышленного наезда в окрестностях Парижа. Кто пытался задавить солдат и был ли это теракт, выясняла Татьяна Лагунова. Инцидент, который власти Франции склонны квалифицировать как террористический акт, произошел недалеко от Парижа, в городке Левальуа-Перре. Неизвестный на черном БМВ припарковался у казармы, и когда из здания вышла группа военных, завел автомобиль и начал давить солдат. Вот что рассказывают очевидцы. Утром, где-то около 8 часов, я услышала шум и вышла на балкон. Я увидела лежащих на земле солдат. Один мужчина, очевидец, кричал: «Вон эта машина, она уезжает, преследуйте ее, бегите за ней». В результате наезда пострадали шестеро военных. Все они сейчас находятся в местном госпитале. Травмы у солдат тяжелые, но их жизни ничего не угрожает. Нападавшим уже удалось скрыться с места преступления, но спустя несколько часов его задержали на одном из автобанов. В спецоперации были задействованы как полиция, так и антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.
Нападение на солдат, которые защищают жителей Франции, отвратительная атака. На них напали утром, когда они покидали казарму, давили, не давая ни малейшего шанса. Их застали врасплох. Все пострадавшие солдаты входили в состав подразделения под названием «Караул». Его создали 2 года назад после нападения на сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» для патрулирования улиц и обеспечения порядка. Сегодня утром группа как раз направлялась на плановое дежурство. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Израильская оппозиция требует немедленной отставки премьера Нетаньяху. Какие обвинения ему собирается выдвинуть полиция, знает Сергей Услендер. Кресло под главой правительства шатается, можно сказать, всю его длительную каденцию. Он у власти уже больше 8 лет, но нынешний кризис просто из ряда вон. Полиция расследует сразу несколько уголовных дел, в которых так или иначе упоминается фамилия Нетаньяху. Это дело 2000 о газетных концернах, когда он пообещал определенные послабления изданию «Идиот Ахронот» в обмен на смягчение критики в свой адрес. Это дело о подводных лодках, которые закупили в Германии в нарушение закона. Это дело о дорогих подарках, которые он не задекларировал, и еще целый ряд расследований. Оппозиция рвет и мечет. Никогда еще не было такого, чтобы глава кабинета министров проходил сразу по нескольким уголовным делам и при этом оставался у власти. Я думаю, что вопрос здесь не в оппозиции или коалиции, не в правых и не в левых, а речь идет о том, насколько нынешний премьер-министр Бенямин Нетаньяху действительно соответствует нормам. Нормам и юридическим, которые будут, естественно, выясняться в суде. А если он совершил правонарушение, то, естественно, речь не может быть о том, чтобы он продолжал занимать свой высокий пост. Но это еще и моральные нормы. По израильским законам действующему премьеру можно предъявлять обвинения, но только в том случае, если разрешение на это даст юридический советник правительства, что-то вроде генерального прокурора. В истории Израиля еще не было случая, чтобы действующий премьер остался у власти после предъявления обвинений. В 2008-м ушел Эхуд Ольмерт, после чего отправился в тюрьму. В свое время Ицхак Рабин был вынужден покинуть премьерское кресло после того, как журналисты нашли у его жены незадекларированный счет, на котором было 2000 долларов. Но Нетаньяху в любом случае все обвинения отрицает. Он говорит, это происки его политических противников. В стране проходят митинги в его защиту, но проходят и митинги с требованиями его отставки. А тут еще один удар. Его супруги Сари Нетаньяху собираются предъявить обвинения сразу по 4 делам. Все они касаются расходов на правительственную резиденцию. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Украинская сборная практически готова к играм непобежденных. Через 1,5 месяца в Торонто 15 наших военных впервые в истории примут участие в международных соревнованиях среди участников боевых действий. С каким настроением непобежденные собираются в Канаду? Давайте посмотрим. Игры непобежденных в Торонто проводятся уже 3-й раз, но украинская команда в них участвует впервые. Они собирают тех, кто прошел войну, получил ранения и сумел найти в себе силы жить дальше. Показать, что мы тоже варті більшого, показати, що Україна, ну, вже Україна 4-й рік на, кажуть, на слуху усього світу, показати, що ми теж гідні люди. Для многих ветеранов важнее спортивных результатов самоучастие. Как говорят атлеты, спорт – одно из лучших средств реабилитации. Після війни, ну, замикаєшся в собі, не спілкуєшся там з друзями, з якими спілкувався до війни, тому це для мене як поштовх вийти з цієї коробочки, в якій я закрилася сама. В іграх непобіжденних 2017 Україна представлена в 6 видах. Легка атлетика, пауерліфтинг, плавання, велоспорт, греблі на тренажерах і стрільба із лука. Так, для мене це багато що означає, тим більше, що на даний момент пауерліфтинг представляю тільки я. Церемония открытия игр запланирована на 23 сентября. В течение недели в Торонто будут соревноваться представители 17 стран. Всего более 1500 военных. Украинской сборной еще до начала соревнований удачи пожелал сам генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев и распорядился оплатить перелет команды в Канаду. Анна Ильиных, Ирина Иванова. Подробности телеканал «Интер». Скандал на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Спортсменов буквально косит вирус. Заразились уже 30 человек, в том числе и украинцы. Больше расскажет Алексей Пшемыский.
Все спортсмены, подхватившие вирус, проживали в отеле «Тауэр» в центре Лондона. Больше всего заболевших из Канады. У атлетов сильная рвота и температура. Сначала врачи подозревали кишечную палочку, которая могла распространиться через пищу. Однако позже выяснилось, что спортсменов подкосил так называемый норовирус – редкая кишечная инфекция. Есть разные версии, откуда взялся вирус, но врачи нас заверили, что дело не в пище и воде, и мы тоже придерживаемся такого мнения. Я уверен, что отель и администрация здесь ни при чем. Болезнь выявили уже у 30 человек. Среди заболевших также атлеты из Германии, Эстонии и Ботсваны. Вирус подхватили и спортсмены сборной Украины. По словам тренера, состояние его подопечных удовлетворительное. И в гостинице действительно распространился этот вирус. Его, ну, часто еще называют там кишечный грипп. Он проходит достаточно быстро, но, к сожалению, с рвотой и диареей. У нас в команде заболело несколько спортсменов, но, в общем-то, мы надеемся на то, что случаи заражения, они прекратятся. И те, кто уже был заражен, они восстанавливаются нормально совершенно. Украинцев, которые еще должны прилететь на соревнования, уже решили селить в другом отеле. Из-за вируса на чемпионате разгорелся уже крупный скандал. Организаторы не допустили к забегу на 400 метров одного из фаворитов чемпионата Исаака Маквалу из Ботсваны. Охрана остановила его у входа на стадион и не дала пройти, боясь, что он заразит других. В результате золото взял его ближайший конкурент Вейд Ван Никерк. Я просто разбит не болезнью, а их решением. Я был готов, со мной все в порядке. Я приехал сюда за медалью и был готов взять ее. Но когда кто-то говорит тебе, что нет, ты не бежишь, так нельзя. Тем временем медики пытаются выяснить, как вирус попал в один из элитных отелей Лондона и не занес ли его туда кто-то специально. Чемпионат продлится еще 4 дня. Впереди финалы, где взять медали рассчитывают и украинские спортсмены. Из Лондона Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Что такое розовая радуга и почему британские футболисты отказались от группы поддержки? Об этом сразу после небольшой рекламы. Степане, то без новую вівсянку, так? Мы не ребра, смажені ребра. Ось і сніданок. Не забудь ОМС перед сніданком, щоб день прийшов без печії. Вранці ОМС, весь день без печії. З поверненням! Чудовий був вечір, продовжимо у мене. З задоволенням. Котику, я в душ. Приєднайся до мене потім. З задоволенням. За наші чоловічі перемоги, що були, є та будуть. Із задоволенням. Еротон Лав сприяє нормалізації еректильної функції. Менше сумнівів, більше задоволення. Еротон Лав. Слухай, а в тебе бува від гарячого або холодного такий біль у зубах, пронизливий жах. Я мала такі ж проблеми. Купила Лакалуд Сенситив. Для кращого результату спробуйте комплекс Лакалуд Сенситив вранці та ввечері. Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Вони поруч. І найголовніше – знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. ФУЦИС – просте та ефективне лікування молочниці. Отруєння, діареї, розлади. Цього разу у малого. Рекомендую той самий відомий Атоксіл. Він чудово працює. Тепер в новій формі стіку. Дякую. Атоксіл – сорбент майбутнього вже сьогодні. Где нашли останки гигантского динозавра, который был тяжелее Боинга, и у кого самый лучший наряд для 30-градусной жары? Об этом и не только в нашем обзоре. В небе на западе Англии появилась розовая радуга. Редкое атмосферное явление могли наблюдать жители Бристоля, Тонтона и Йейта. Специального названия для феномена еще не придумали. Предполагают, что явление возникает, когда обычная радуга появляется в лучах клонящегося к закату солнца. Это и придает ей уникальный розовый оттенок. В египетском Даманхуре появился ресторан, оформленный в стиле операционной. Повара в заведении одеты в форму хирургов. Между залом и кухней стеклянная стена, чтобы посетители могли наблюдать за всем, что там происходит. Официанты также носят медицинскую одежду. Несмотря на то, что атмосфера на первый взгляд не очень способствует аппетиту, ресторан пользуется популярностью среди местных. К
Карнавальный костюм Рианы всколыхнул социальные сети. 29-летняя певица выложила в Инстаграм фотографии после посещения фестиваля на своей родине Барбадосе. Фестиваль посвящен окончанию сбора урожая тростника. Риана предстала на снимках в довольно откровенном костюме, инкрустированном драгоценностями и украшенным зелеными и розовыми перьями. Многие пользователи посчитали наряд слишком откровенным. Вот только на Барбадосе сейчас 30-градусная жара, так что певица, можно сказать, оделась по погоде. Английский футбольный клуб Billericay Town распустил свою группу поддержки, так как девушки из-за сексуальности отвлекали футболистов от игры. Об этом в Твиттер рассказал владелец команды Глен Тамплин. По его словам, некоторые чирлидерши частенько гостили в номерах игроков, и это также мешало футболистам как следует проявить себя в матче. Принесет ли такое решение пользу команде, неизвестно. Популярный сериал «Игра престолов» побил свой собственный рекорд по просмотрам. Четвертый эпизод сезона фэнтезийной саги посмотрели 10 миллионов 200 тысяч человек, что на 100 тысяч больше предыдущего рекорда во время просмотра первой серии сезона. Данные собраны только по аудитории телеканала HBO, в эфире которого транслируется сериал. На юге Аргентины нашли останки гигантского динозавра, самого большого из известных видов. Рептилия получила название Патаготитан майорум. Ее длина составляла 35 метров, рост более 6 метров, вес более 60 тонн. Для сравнения, такой гигант был тяжелее Боинга 737. Исследователи допускают, что найденные останки принадлежат молодому животному. Взрослый динозавр мог быть еще крупнее. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.